Общая стоимость капитального ремонта моста согласно проектному заданию, согласно проектной стоимости, составляет 399 миллионов гривен. На сегодняшний день выполнены работы в размере 225 миллионов гривен. То есть какие виды работ на сегодняшний день выполнены? Первое – это устройство разделительного барьера ограждения. То есть на 100% это барьер, который разделяет встречные полосы движения. Устройство тротуарных блоков совмещенного пешеходного и велосипедного дорожного движения. То есть 100% изготовлено. Замена опор контактной сети. 100% изготовлено. Это 92 единицы. Замена светильников на LED-светильники. 100% изготовлено и заменено. Замена перильного ограждения. 100%. Замена трех аварийных балок. Это самый тяжелый был этап работы. Кто некоторые средства массовой информации наблюдали, когда доставали последнюю балку, она попросту сложилась пополам, и ее доставали оттуда кусками, то есть о самом состоянии этой балки, что могло произойти, не дай бог, при какой-то нагрузке, либо при каких-то других факторах, ну, я думаю, объяснять никому не надо. То есть полностью мы заменили три аварийные балки. На сегодняшний день выполнен ремонт 46 балок пролетных строений. Это не выполнялись специальным методом, там наносилось специальное полимерное защитное покрытие, балки усилялись. И таким образом, то есть в ближайшие несколько, я думаю, десятков лет к восстановлению именно этих пролетных конструкций мы возвращаться не будем. Вынос кабельных линий с переключением, то есть под всем мостом были проложены все кабельные линии, это связь, интернет, спецсвязь. На сегодняшний день все уложено в новые кабельные каналы, все находится под пешеходными переходами и под велодорожками. Полная замена асфальтобетонного покрытия, гидроизоляция бетонного основания под гидроизоляцию с устройством деформационных швов. Это по правой стороне моста, то есть там работа выполнена на 100%. И на 100% мы заменили судоходную сигнализацию. Это судоходная сигнализация, которая обеспечивает прохождение судов непосредственно под мостом в период навигации.